Всем огромный-огромный привет! Вы на моей кухне, и мы готовим очень вкусное блюдо. Делается все быстро и легко. Давайте приступим, что нам для него понадобится. Это куриное филе. У меня филе грудки, кожу я сняла, она мне не понадобится. Капустные листы. Я их отделила самым обычным традиционным способом. Просто поместила капусту в горячую воду и сняла листочки. Также понадобится сыр, немного сметаны и соль, черный молотый перец по вкусу. Любые приправы любимые тоже по вашему вкусу. Капустные листы после снятия отварила 5 минут. Чем моложе у вас капуста, тем меньше она подвергается термообработке. Куриное филе нарезаем средними кусочками. Примерно где-то сантиметра по полтора. Каждый кусочек филе предварительно немного отбиваем через полиэтиленовую пленку. Так сократится время приготовления. Отправляю филе в глубокую тарелку. Отбитое филе по вкусу нужно посолить. Добавить черный молотый перец. Также можете добавить любые приправы и специи по вашему вкусу. Хорошо филе перемешиваем. И оставляю филе мариновать примерно минут 10-15. По вкусу в куриное филе добавлю еще немножко лимонного сока. Сыр натираем на крупную терку. Теперь сворачиваем наши капустные рулетики. Беру капустный лист. В капустный лист помещаю куриное филе. Можно одно, можно два кусочка. Смотрите, сколько у вас куриного филе. Можно два кусочка, вот так. И сворачиваем, как обычный голубец. Вот так. Выкладываем капустный листик, помещаем сюда маринованное куриное филе. Можно взять кусочки вот так поменьше. Вот это толстое основание капустного листа я предварительно отрезала. Вот столько получается капустных рулетиков. Разогреваем в сковородке пару ложек растительного масла. Выкладываем капустные рулетики швом вниз. Обжариваем рулетики с двух сторон до золотистой корочки. Пока жарятся рулетики, 2 столовые ложки сметаны развожу горячей водой. Можно посолить, поперчить, добавить любимые приправы и специи сюда. Для цвета можно добавить ложку томатной пасты. Рулетики обжарились. Заливаю их сметаной, разведенную с водой. Примерно где-то до половины. Ну, вот так. Накрываю все крышкой и оставляю тушить где-то примерно на 30-35 минут. Минут за 10 до готовности посыпаю каждый рулетик сыром. И оставляю до расплавления сыра под закрытой крышкой. Готовые рулетики выкладываем на тарелку и подаем к столу, предварительно посыпав зеленью. Вот так вот выглядит рулетик в разрезе. Получается очень сочная грудка. Посмотрите, насколько она сочная и очень вкусная. Попробуйте приготовить такие рулетики, они вас приятно удивят. Даже у того, у кого нет духовки или кто не может пользоваться духовкой из-за жары, можете сделать такие рулетики вот так на сковородке. Это очень вкусно и вкуснее любых голубцов. Кому понравился мой рецепт, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Также заходите в группу ВКонтакте, поделитесь моим рецептом со своими знакомыми.
Подпишитесь на второй канал, чтобы не пропустить интересные видео. Готовьте просто, вкусно и с удовольствием. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!